Юная спортсменка Полина Артюх стала чемпионкой мира по буйному спорту. Участвовать в гонках на так называемых яхтах на коньках подчас тяжело и взрослым спортсменам. Однако наши юниоры доказывают, нет ничего невозможного. О том, как юные спортсмены из Владивостока показали себя на чемпионате мира и Европы по буйному спорту в Польше, мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Полина Артюх, победитель первенства мира среди девочек-юниоров по буйному спорту. Привет, Полина, поздравляем тебя. Здравствуйте, спасибо большое. Марк Лисовицкий занял 10-е место на первенстве мира по буйному спорту. Привет, Марк. И Михаил Юрьевич Дружинин, мастер спорта по парусному спорту, тренер-преподаватель детской парусной секции яхт-клуба «Семь футов». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, еще раз всех вас поздравляю. Это спасибо. Большое достижение, учитывая, что спорт буквально обретает второе рождение только у нас во Владивостоке. Это здорово. И мне бы хотелось, чтобы вы поделились для начала впечатлениями от последнего чемпионата. Полин, я думаю, мы с тебя начнем. Конечно, чемпионат был не из легких, но мне очень понравилось. Во-первых, была очень хорошая погода для того, чтобы гоняться на буйре. К примеру, был очень гладкий лед. Почти все дни мы посвящали гонкам, хотя в некоторых из дней была не очень хорошая погода, не было ветра. Ну и, соответственно, тяжело было, невозможно было, да? Да, конечно. Гонять, так сказать. Угу. Марк, твои впечатления? Ну, как для меня, наверное, погодные условия были не во всех смыслах хороши. Ну, лед хороший был, а вот с ветром чуть-чуть подвело, поскольку я чуть-чуть покрупнее, и мне чуть-чуть нужно побольше ветра. Не так давно мы рассказывали нашим телезрителям о том, что же такое буйный спорт. Ну, наверняка, конечно же, не все видели эту программу, поэтому я еще раз попрошу уже тренера рассказать о том, почему настолько привередлив этот спорт и, в частности, к погоде. Ну, дело в том, что мы, скажем так, зависим от небесной канцелярии, соответственно, какой ветер, а также как качество льда должно соответствовать для гонок. Естественно, чем лучше лед, и главное, желательно, чтобы он был пресный. Да, тем больше скорости и, соответственно, качество гонок получается лучше. То есть, в принципе, лед в Польше, я так понимаю, вы же на озере там, правильно, гонки у вас проходили. А расскажите вообще, сколько было у вас, так сказать, конкурентов, сколько спортсменов вообще приехали, из скольких стран? Нам интересны все подробности. В нашем классе Ice Optimist было около 45 спортсменов. А в классе выше ДН было около 35 спортсменов. А кто, как вы считаете, самую сильную конкуренцию составлял вам? Я думаю, все-таки эстонцы и поляки. А как вы считаете, в чем их успех основной заключается? Ну, наверное, намного больше хороших погодных условий и возможности часто посещать озера, поскольку они находятся очень рядом и в доступности от маленьких городов. Этот спорт, он, как мы сказали в начале программы, достаточно серьезный и порой действительно мужчинам тяжело, да, взрослым. Вот в чем же все-таки специфика именно детского буйного спорта заключается? Наверняка есть какие-то, там, не знаю, может быть, поблажки для юных спортсменов, или я ошибаюсь? Ну, скажу так, поблажек у нас никому нет, тем более спортсменам-буйристам. Это технический вид спорта, и девушкам полезно порой покрутить гаечки, про мальчиков я уже не говорю. То есть настроить лодку, настроить буйр, поработать что-то технически своими руками, не только тренер, а сам гонщик, он уже должен понимать, под какие погодные условия, под какой ветер, под какой лед он должен настроить свой гоночный аппарат. Полин, как давно ты занимаешься этим спортом? Почему такое мужское занятие себе выбрала? Я занимаюсь буйным спортом на протяжении уже 3 лет и пришла в него от парусного спорта. Ко мне подошел мой тренер Михаил Юрьевич и спросил меня, не хочешь ли ты попробовать для себя необычный вид спорта, похожий на парусный, но немного другой. Я ответила, что я бы хотела попробовать. Ну и насколько сложнее? Сначала казалось, что очень много были, конечно, неудачи, падения, но я пришла к тому. А в чем, на твой взгляд, основная сложность все-таки? Расскажи нам. Как вообще происходит твоя тренировка? Что ты делаешь технически? Нам все интересно. Мы вот не знаем, что такое буйный спорт, например. По техническим характеристикам это сложный спорт, так как мы постоянно на холоде,
работаем с железом, то есть крутим гайки, с коньками работаем, естественно, железными. И это очень тяжело, как бы. А вот крутят гайки ребята, что это подразумевается? Подробнее нам расскажите. Ну, крутят гайки, как бы образное такое понятие, скажем так. Но все равно где-то что-то приходится настраивать, коньки параллельно с коньков. То есть вы понимаете, два конька, они закреплены на специальной такой планке. То есть два конька, они должны ехать параллельно, если будет минус туда или сюда. То никакого есть, понимаете, искривления, да? Да, то есть это будет уже торможение. То есть идеальная поверхность конька должна, которая соприкасается со льдом. Ну и куча там всяких других нюансов технических, которые сейчас рассказывать, они просто простому обывателю просто, ну, могут быть непонятны. Марк, ну ты-то все-таки мужчина, и тебе наверняка это интересно и легко дается, или я ошибаюсь? Ну, смотря с чем. Настроить буйр очень кропотливая работа, все имеет свою цену, и если ты где-то чуть не доработал там, где-то не доработал там, чуть-чуть пожалел, это все проявится в гонке. А если ты еще и как-то будешь эмоционально настроен хуже, то все вот это сойдется в одно целое и произойдет некое, что не даст тебе выиграть, наверное, гонки. К соревнованиям еще обязательно вернемся. Сейчас мне хотелось бы, чтобы Михаил Юрьевич рассказал, с какого возраста вообще можно начинать заниматься детям буйным спортом. И, может быть, есть какие-то противопоказания, безусловно, к занятиям. Расскажите. Скажу так, я бы рекомендовал начинать заниматься буйным спортом, прежде всего пройдя подготовку в парусном спорте. То есть спортсмен, если он хочет прийти, сесть на буйр и поехать, для него это будет очень сложно любому человеку. Лучше немножко познакомиться с парусом, походить на воде, хотя бы понимать принцип действия паруса. Со скольки лет вот Полина, например, парусным спортом занималась? Совсем маленькая была, наверное. С 11 лет, с 10, с 11. То есть не совсем маленькая, уже до этого занималась парусным спортом на протяжении 4 лет. Марк, ты занимался до этого парусным? Да, я в 9-10 лет пришел, и вот сейчас уже будет почти 5 лет в этом году. Давайте вернемся к соревнованиям, чтобы мы понимали, как проходит ваш день там, когда вы приезжаете на чемпионаты, на другие соревнования какие-то. Каково расписание, я так понимаю, достаточно плотное, да, серьезное. Расскажите нам. Для начала мы достаточно рано просыпаемся для того, чтобы успеть вооружить буйр, подготовиться морально к соревнованиям и технически. Позавтракать нужно обязательно. Да, конечно, позавтракать. И часов в 9 мы приезжаем на лед и начинаем вооружаться. Так как старт у нас или в 11, или в 12, мы до этого времени очень тщательно настраиваем лодку, переодеваемся и настраиваемся морально. Затем мы около 6 часов катаемся, и затем идем, естественно, на базу и разоружаемся, идем домой. Сколько человек в команде на буйре, как правило, находится? Вы имеете в виду вот про нынешний выезд, когда мы сейчас выезжаем? Ну, например, про нынешний, да. Ну, мы выезжали, у нас еще одна была взрослая девушка, 21 год. Она выступала в другом классе, но выступила не совсем удачно, но это не важно. У нас была вот команда, тренер и 3 спортсмена. То есть вас было трое? А, получается, вы в команды едете на одном буйре, правильно? Нет. Ведь группа есть юниоров, да, и группа... То есть все по одному? То есть они, да, это индивидуальный вид спорта. То есть нет, есть классы такие, двойки, но в данном случае, да, у каждого индивидуально. Угу. То есть команды как таковой нету, чтобы все сели в одну лодку и поехали. Ребят, вам не страшно, Марк? Как ты справляешься с волнением? Все-таки за стольким нужно следить, столько учитывать, там и направление ветра же, я насколько понимаю. Все. Расскажи, как с этим справляешься? Скорее всего, влияет то, что уже много хожу и много знаю таких моментов, где можно поступить так или иначе и выйти из сложной ситуации. Но иногда бывает действительно волнение, когда... Сложная ситуация, и волнение тебя захлестывает, ты делаешь непонятные вещи, и тебе кажется, что ты делаешь правильно, со стороны выглядит глупо, и все это получается в проигрыш и неумение справляться с собой. Больше страшно, наверное, это мне бывает, наблюдая все это со стороны, потому что все это выглядит динамично, большие скорости, это не как по воде. То есть 60-70 километров в час на таком маленьком снаряде, это то есть в порядке вещей, это дети, и больше, наверное, страшно мне. Я на них когда смотрю, по-моему, им никогда ничего не бывает страшно.
Ну, это пока, как говорится, юношеский максимализм еще, да, конечно, с возрастом. Я думаю, это пройдет, но, тем не менее, к тому моменту они уже достигнут совсем серьезных высот в этом спорте, я надеюсь. Полина, а ты вот, возникали вообще у тебя когда-то ситуации, когда ты понимала, что вот страшно тебе? Да, поначалу этих моментов было очень много. Мне было страшно, я хотела вообще бросить этот спорт, но потом все-таки вставала, шла и добивалась успеха. Потихоньку, маленьку, вот так. Что еще запомнилось на последних соревнованиях? Насколько было интересно? Вообще, первые ли это ваши такие серьезные, ребят, соревнования? Нет, это не первое наше соревнование. Марк на чемпионате мира уже был 4 раза, а я 3. В каких городах еще вы успели уже побывать? Я была в Эстонии, Литве и вот последний раз в Польше. Марк, а ты? Ну, помимо этих городов, которые перечислила Полина, еще удалось побывать в Риге, Латвия. И там примерно были такие же похожие условия, и все очень прошло близко к Риге, как на нынешнем чемпионате. Это у тебя первый выезд был как раз, да, на эти большие соревнования, да? Михаил Юрьевич, а успеваете с ребятами города посмотреть? Культурно, так сказать, просветиться? Скажу честно, да, что когда мы планируем поездку, оставляем пару дней, чтобы немножко еще посмотреть, так сказать, Европу, Польшу, вот в данном случае. Потому что у нас основная база, где находится матчасть, где мы начинаем подготовку, у нас находится в Польше, в городе Гижицка, у наших польских друзей. Ну и мы стараемся потом культурно провести время, что-то посмотреть. Вот мы видим награды, они могли бы рассказать о них и показать их нам, они такие красивые. Я так понимаю, что побольше это, наверное, Полинина, да? А, это обе мои награды. А, это обе, да, твои награды. Да, все, Марк, понятно. Расскажи о них. Марк свою не взял. Постеснялся, да? Поменьше награда – это за первое место по чемпионату мира среди девушек. Это было в этом году в Польше. А вторая награда – там же только за чемпионат Европы, только уже второе место среди девушек. Какие ощущения были, когда победила? Честно говоря, непередаваемые. Я первый раз пришла первая на этих гонках, и это было очень здорово. Наверное, до сих пор не осознаешь, да? Да. Но ничего, это пока твои первые победы. А давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Михаил Юрьевич, вот давайте, наверное, все-таки расскажем еще раз нашим телезрителям, что же такое буйр, что он из себя представляет, как выглядит. Не все знают. Буйр – это представляет из себя такой спортивно-гоночный снаряд на трех коньках с парусом. Там имеется корпус, в который укладывается спортсмен, румпель, которым он рулит, который выходит на рулевой конек, и также два боковых конька, которые выставлены, соответственно, параллельно. И также для управления парусом имеется шкот, это для телезрителей, чтобы было проще, это такая специальная веревка, которая управляет парусом. И сначала он немножко в несколько шагов разгоняется, в зависимости от ветра. Гонщик в него укладывается, начинает работать парусом, рулить, и буйр набирает скорость. Это зимний спорт, да, такая яхта на коньках, как мы сказали в начале программы, и, безусловно, ходит она по льду. Так вот возникает вопрос, где и как поддерживаете форму летом? Ведь должна серьезная физическая подготовка достаточно. Мы занимаемся в яхт-клубе «Симфудов» на разных классах яхт. Ну, соответственно, на воде, и у нас много тренеров, которые нам помогают. Вот так проходит наше лето. Этот сезон наш парусный начинается с мая и заканчивается в октябре. Угу. Михаил Юрьевич, ну это действительно тренировки помогают, да, вот поддерживать именно этот баланс между тем, чтобы ходить по льду, я не знаю, ходить на воде. Все равно ведь есть какая-то разница. Ну, разница, конечно же, есть, но я бы сказал немножко обратно. Наоборот, буйр больше помогает спортсменам-парусникам развиваться, как спортсмены-парусники. И хочу еще добавить то, что вот, например, вот эти ребята, они в парусном спорте доминируют, потому что они еще занимаются буйром, это как дополнительная у них подготовка, это скорость принятия решений, быстрота реакции, это все в совокупности у них работает на результат в парусном спорте. Например, вот Марк как раз сейчас у нас едет в город Сочи на отбор
готовиться к спартакиаде. Марк, но уже по парусному спорту, да. Расскажи нам об этой подготовке. Ну, я посещаю спортивный зал, где слежу за своим телом, даю нагрузки. И, ну, чтобы по приходу лета было намного комфортнее и качественнее работа смотрелась. Буйный спорт – это тот спорт, где, я так понимаю, нужно отдавать себя всего, да, ему? То есть это не так, что ты пришел там три раза в неделю, как в тренажерный зал, позанимался. Нет, так не пойдет. То есть помимо основных занятий нужно, вот как Марк говорит, поддерживать себя в физической форме постоянно. Даже, вот, я так понимаю, на диетах сидеть, да, на каких-то. Да, помимо физической формы еще много времени нужно в мастерской проводить, потому что, ну, работа с матчастью. Одно дело, мы на льду, но потом что-то нужно опять дальше там точить коньки, в конце концов, опять с коньками работать. Потом, ну, периодически что-то ломается, потому что относительно парусного спорта нагрузки больше получается на материальную часть. И периодически всегда что-то ломается, что-то нужно чинить и постоянно работать с материальной частью в мастерской. Получается, что буйр собирается спортсменом самостоятельно, я правильно понимаю? Ну, в принципе, да. То есть спортсмен приехал на лед, привез свою матчасть и сам собирает. Неважно, мальчик это или девочка. То есть мы друг другу, конечно, помогаем, но все работают самостоятельно. Изначально, я имею в виду, вот он приобретается где-то или же под каждого человека непосредственно делается? Ну, можно и приобрести его, и можно непосредственно и его сделать. Да? То есть каждый, есть такой выбор у каждого. Да. А какие качества в ребятах? Да, почему полезно детям заниматься именно этим спортом? Вы уже несколько назвали, но все-таки давайте подробнее об этом поговорим. Именно как развивается ребенок, когда он занимается буйрным спортом? В каком направлении? Основные качества уже спортивные сказал. Это скорость принятия решений, быстрота реакции. Ну и потом это зимний вид спорта, в принципе, все равно закалка, адаптация в прохладных условиях. Мне кажется, ответственность, да, вырабатывается очень высокая. Ответственность, само собой. Да. Потому что это экстремальный, в первую очередь, это экстремальный вид спорта. И, то есть тут нужно быть очень сосредоточенным, внимательным. А вы помните свой первый выход на буйрах? Да, конечно. Какие впечатления были? Честно говоря, мне очень понравилось. Но в последующие дни мне было все тяжелее и тяжелее, так как в первый день я села и поняла, что да, это здорово, круто. А в последующие дни я поняла, что это не только здорово и круто, но это еще и технический спорт, тяжелая работа, физическая и эмоциональная. Марк? Ну, вначале все было как конфетка. Снаружи все очень красиво и соблазнительно. А потом, когда ты посещаешь суровые реальные тренировки, тебе надо бороться со своими страхами, пересекать грани, которые ты ранее не пересекал, и все это потом приобретает свою форму, и в конечном итоге ты уже гоняешься с комфортом, с удивлением, с радостью, со всеми этими качествами. Молодец! Хорошо сказал. Тренер одобрил. А где у нас в городе, ну, на воде, безусловно, я имею в виду, на льду, оптимально удачные условия для тренировок на буйрах? Оптимальные удачные условия, скажу так, это на озере Ханка, это пресный лед. Есть маленькое различие от соленого льда, тем более соленость нашего моря очень повышенная, и соленый лед, он, скажем так, как абразив, и скорость немножко не та. То есть меньше, чем 5 метров в секунду, нет смысла проводить тренировки и, ну, и соревнования и прочее. Хотя на пресном льду, как вот в частности в Польше и в европейских странах, 2-3 метра уже достаточно, чтобы буйр поехал с хорошей скоростью, чтобы проводить гонки и соревнования. То есть я правильно понимаю, вы с ребятами выезжаете туда же, на Ханку? Например? Выезжаем на озеро Ханка. Ну, когда хороший ветер, больше 5 метров, мы можем проводить тренировки здесь на соленом льду. Причем хочу еще добавить, как раз вот наши спортсмены, вот наши ребята, они больше адаптированы поэтому к сильным ветрам. И когда мы выступаем на больших соревнованиях, и когда начинает дуть слабый ветер, мы не можем показать наилучшие результаты, чем могли. Но когда дует сильный ветер, ближе там, к 10 метрам в секунду, я всегда уже спокоен, знаю, что сейчас наши ребята могут показать очень хороший результат. А в чем еще, на ваш взгляд, помимо того, что вы сейчас сказали, преимущество наших спортсменов перед остальными? Преимущество наших спортсменов вы имеете в виду? Владивостокских спортсменов. Владивостокских спортсменов относительно России? Относительно не только России, а других стран. Ну и России центральной, например. Ну, я не скажу, что у нас есть какое-то преимущество на сегодняшний день. Мы, конечно, добились уже вот с Полиной высоких результатов. Марк от чемпионата к чемпионату, у него результат все растет все выше и выше. Вот он сейчас уже в десятке. Надеемся, что
на следующий год он уже взойдет на пьедестал. Мы все равно еще учимся, и сказать, что у нас какие-то преимущества кардинально, мы там выросли, я пока так не могу сказать. Мы еще пока учимся. Да, могу сказать, что в стране на сегодняшний день среди гонщиков юниоров в классе оптимист ледовый, я думаю, мы пока лучше. Пока еще вне конкуренции на сегодняшний день, на сегодняшний год. Там дальше будем посмотреть, потому что очень готовятся всегда новосибирцы, сейчас в Москве появились гонщики. Как-то смотря на нас, они тоже начали развивать и культивировать эту дисциплину в классе оптимист. Михаил Юрьевич, как истинный педагог, не рассказал спортсменам об их преимуществах. Правильно, чтобы не расслаблялись, да? Ну, в принципе, да. Когда будет абсолютный у нас результат, там первое место по мальчикам, ну первое место по девочкам есть, а когда они вместе будут, абсолютный результат. То есть у Полины получается же, она первая по девочкам, абсолютный результат, она шестая. Угу. То есть вот, когда они зайдут на общий пьедестал, тогда это вот будет. Вот тогда, уже, ребята, да, и узнаете, в чем, да, ваше преимущество. Да. Нам пора заканчивать, у меня есть последний вопрос. Полина, так же, как и Марк, да, у меня общий к вам вопрос. Вот что больше всего тебя привлекает в этом спорте? От чего дух захватывает? Больше всего меня привлекает скорость. И скорость – это адреналин. А благодаря адреналину я получаю удовольствие. И таким образом расслабляюсь. Вот так интересно. Марк, а тебя? Ну, наверное, при встрече вот на льду с Буйром ты уже рассчитываешь сейчас на такое удовольствие. Если еще и позволяют условия, например, сильный ветер, ты получаешь неимоверное удовольствие от того, что просто, ну, ходишь на этом снаряде. Михаил Юрьевич, а вас что привлекает в этом спорте? Ну, скорость, естественно. И самое главное, чтобы не было травматизма. Будем дальше работать и надеяться, что наши результаты будут расти дальше. Мы буквально через 2 недели выезжаем на первенство России и Кубок Байкала. На Байкал едем туда, там будет проводиться большая международная регата. Что ж, удачи вам во всех предстоящих соревнованиях и, конечно же, в ближайших. Вам побед, ребята, еще спасибо, побольше первых мест. Спасибо вам большое. Спасибо большое, что пришли к нам. Это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на 8-м.